Мену, ты вышел, горит костер. Принял костер, но детей в школу не отдавай. Кому он говорил? Что? Кому он говорил? Ребе Раяцкий в 27-м году. Нет, кому он говорил это? Там кто-то из фильм тот был. Он говорит, это записано, это Мену, ты вышел, костер горит. Принял костер, то ребенку в школу не отдавай. Подошли к нему, он стоят, я тебе скажу, я знаю, я их вижу, они стоят, я их вижу. Я их не боюсь, он они стоят, я вижу их. Подошли, просит, чего он перестал говорить это? Послали к матери, ревности. Проси, подойдите к нему, проси, чтобы он перестал говорить. Он уже, он разорвал, рубашку разорвал. Она подошла. Сын, я не очень прошу, перестань, мама, успокойся. И он упал в обморок, упал. Его мессия Снедович за детей, что мне отдавать в школу детей, это так было за хуйню отдавать. В Подмосковье жил один Алла Хазан. Он живет сейчас, вот две браки он живет. У него, я не знаю, сколько детей было, что-то 12, 14. Пришли от исполкова, как и дальше, забрать детей от него, отобрать. Закон такой был. Раз отец пользует детей неправильным пути, значит, надо детей отобрать у него. Не хотели в школу ходить, в субботу не хотели. Вот они просили, пусть она приходит, так, пусть не пищит, пусть приходит. Нет, я не пойду, она недавно умерла. Не пойду. Его мессия Снедович. Тут есть один, есть такой журнал «Бич Мушиах»? Да, да. Вот этот, и здесь один есть, Шон Янкев, этот редактор этого. Отобрать детей. Он против детей, надо отобрать детей у него. Ну, по вращению, не отобрали его. Он живет все в Дайбраке. Что он Яньки Хазан. Да. Ой-ой-ой. Я думал, завтра мне приглашают на вещи. Мир ребятами, молодежь рассказывает. Ну что рассказать? Они надо обладать хорошим языком, чтобы можно объяснить, чтобы могли понять это, что так это было. И родились в Америке, Бога вообще, Махушел Хесед, все есть, Бога вообще. Они могут понять, что такое голодали. Когда в субботу не было кусок хлеба, чтобы сделать кидуш. Картошка была немножко. Они поймут это. Что им рассказывать? Ну, просят надо молодежь, чтобы они поняли, чтобы оценили, в какое время они находятся. Да.